Привет, меня зовут Катя. Я учусь на художника анимационного кино, и я очень рада быть частью этого комьюнити. Тут все рисуют мультики, смотрят мультики, обсуждают мультики и уважают мультики. Сейчас я в колледже, но уже через 3 курсовые работы грядет диплом, и уже сейчас пора думать, куда бежать дальше. Хочу рассказать про школу, в которой можно получить образование в сфере компьютерной графики. Анимация тоже есть, и даже вышка. Барабанная дробь, Scream School. Scream School — это первая в России очная индустриальная школа, которая начала преподавать графику для игр, кино и анимации, а затем и игровую разработку. В школе есть несколько уровней образовательных программ. Подготовительные курсы для тех, кто только начал изучать компьютерную графику и разработку игр. Дополнительное профессиональное образование, если вы уже знаете, какое направление хотите освоить и готовы построить карьеру в CGI-играх. Программы высшего образования, бакалавриат в сфере разработки игр и анимации и магистратура по играм совместно с МФТИ. Стоит отметить удобный blended формат обучения. Практические занятия проходят очно в кампусе в центре Москвы, а часть лекционных занятий проходит онлайн. Выпускники работали на проектах «Выживший», «Atomic Heart», «Baldur's Gate 3», «Киберпанк 2077» и многих других. Если вы рассматриваете высшее образование в сфере анимации, хотите улучшить уже имеющиеся навыки или приобрести новые, приходите на очный день открытых дверей 30 марта. Регистрация по ссылке в описании. По скрипту я там тоже буду. Понедельник – день бездельник. Добро пожаловать в недельный учебный влог. Понедельник начался скверно. Из-за тяжелого самочувствия я так и не смогла встать в 6 утра на пары, поэтому приняла решение сидеть и работать дома. Сперва-наперво взялась за ушной долг по академическому рисунку. В начале семестра я проболела неделю, и теперь до лета придется наверстывать и закрывать долги. Учеба нынче очень плотная, и заданий много. Хочется расщепиться на 9 клонов и делать вообще все. На ухо ушло около 40 минут, его еще доштриховывать, но надо бы перед этим показать преподу, хотя бы получить одобрение. Потрогала еще части лица Давида. Можно ли использовать в рисунке механический карандаш? Можно. Злобный смех. Хе-хе-хе-хе-хе. Мне удобно периодически брать его в руки и хулиганить. Почему-то механическим я работаю чуть аккуратней из-за хвата, нежели простым карандашом. Планирование – важный ключ к продуктивности, а также важный вклад в свое будущее, чтобы нагло не просрать дедлайны. В анимации дедлайны святы, их нельзя никому, никогда, нигде пресекать, иначе можно попасть в черную книжечку. Берусь за основы худ постановки. Доделываю аниматики. Суть задания была такова. Дана короткая фраза, и нужно сделать раскадровку, и потом эту раскадровку перевести в аниматик, то есть подогнать тайминги и наложить черновой звук. Несколько моих аниматиков полностью пошли в топку, потому что там, вот, не получилось. Это абсолютно нормально, когда с первого раза не получается то, что ты никогда не делал. Поэтому я немножко поменяла свой подход. Я не просто сидела и рисовала кадры. По новой своей тактике сначала я буквами пишу текст, чтобы понимать, что вообще происходит в этом мультике, какова его суть, какой посыл. И уж потом начинаю рисовать кадры, распределять по ракурсам и планам. Начинаю я с бумаги по старинке. Мне этот способ очень близок, потому что нравится сопротивление материала. А потом переношу во французскую колдовскую программу TV Paint. Доживая в нем последние секунды анимации, и со следующей учебной недели уже будет Тёнбум. Слава штифтам! Мой любимый аниматик из этого задания — это профессор, который понял, что оказался неправ. Я его публиковала у себя в телеге. Вывод этого задания — юморески. Вот что главное в мультиках. И драма.
Ну, короче, понедельник прошел просто ужасно. Я себя целый день чувствовала не то чтобы отвратительно, а что-то на грани между отвратительным и еще хуже. Прям очень погано. Я из-за этого не пошла сегодня на пары. Я очень долго утром лежала и думала, стоит ли игра свеч. Я решила, что догорену синим пламенем. Мне мое здоровье куда важнее и актуальнее, нежели переться сколько на 6 часов в колледж, сидеть там, мучиться на этом академическом рисунке и живописи, потом припираться домой в еще более измученном состоянии после транспорта, после учебы и что-то пытаться делать. Поэтому сегодня такими урывками я то посижу, заказы поделаю, то посижу, порисую. Все, конечно, более такое лайтово, но все равно отвратительное, болезненное состояние. Ну, с другой стороны, не каждый же день работать, тем более по влогах. Я, в принципе, редко была в таком побитом жизнью состоянии, но вот как-то так оно и попало на видео. Сейчас рисую для фестиваля еще 5 сек. Лягух. Завтра я уже пойду учиться, завтра у нас анимация, и с собой, наверное, вместо экранника возьму таблетку, потому что она полегче. После пар я побегу в Союзмультфильм на наброски. Вот, через наможу, через силу хотя бы один разочек я схожу, а дальше уж как получится. Сделала сегодня два аниматика, они мне очень нравятся, очень прикольные получились. Мне нравится история с мужиками. На этом все. Надеюсь, завтра мне станет полегче, сейчас напьюсь таблеток разных обезболивающих. Отвратительно. Дальше делаю мультик на фестиваль «Ща 5 сек», который будет показан на Суздальфесте. На Суздальфесте я тоже буду. Ох уж это произношение. Вот мне удобно говорить «фест», вот на английский манер, но «фестиваль», то есть больше в «э». И «Суздальфест» я не могу говорить «Суздальфест», мне выходит «Суздальфест». Придумала лягух милицейских, милиционеров, которые пьют кофеек. Молодому сносит башню от запаха сего чудесного напитка, и у него отпадают усы. Он их поднимает рукой, которая вылазит изо рта. Второй лягух в шоке. Этим отрывком мне хотелось задать какую-то атмосферу анимационного сериала. Вот я вижу этих персонажей, у меня уже в голове разыгрываются сцены, как они могли познакомиться, что они могут расследовать, где они вообще пьют этот кофе и у какой мухи купили. Почему у кофе такой запах? Зачем молодому лягуху усы шикарные, накладные? Открытием дня стало, что сейчас 5 сек делается ни хрена не 5 сек. Вторник по вторник. А вторники теперь замечательные дни. Рано утром мы 1,5 часа смотрим мультики, а потом 6 часов рисуем мультики. Это замечательно. Хотя я и собиралась в этот день на свой мультфильм, я собрала громадный рюкзак, положив туда все, что нужно для набросков и даже больше, планы накрылись, так как я не взяла ни паспорт, ни наличку. Ох уж эти проблемы, когда у тебя несколько рюкзаков, и ты их постоянно чередуешь. На парах прострадала много часов подряд, пытаясь сделать прорисовку на таблетке. Таблетка для этого хоть и пригодна, но по удобству как из шляп-сковородка. Хочу выпустить обзор на свои два экранника, потому что это элементарно удобно, особенно когда ты делаешь анимацию. Там, ну, гриб есть. Гриб, и рядом с ним ворон сидит. А, классно. Там еще самолет, вертолет. Ага. там такой замечательный вертолет. А Человек-паук там есть? Есть, Аня, смотри. Там шар. Да, правда? Да. Там шар. Академия анимации шар? Да, то самое. На здоровье. Я не понимаю, о чем ты говоришь. Потом в титрах будут эффекты. Я помню анекдот, который мне мужик в поликлинике рассказал про врачей. Приличный? Да. Давай. Ну, значит, студенты-медики пришли на практику, встретили главврача. И все, значит, все знают, он задает вопросы. И он говорит, ну все, идем к деду. Приходит к деду. Обнимаешь. Значит, выстроились. И он говорит. Давай. Я хочу обнимать. Ну, деда надо оперировать. Кто будет оперировать деду? И все, значит, в пол вжались, одни халаты остались. И дед говорит, ну, подождите, но они же меня зарежут. И главврач такой, ничего, я им 2 поставлю. Хоп, хоп. Нет, вы не понимаете, я же умру. Ничего, мы поможем. Он хорош. Это предмет на анимации. Все, у меня все одобрено. Ты про курсач или про белку? Про курсач. К концу дня у нас была лекция по заданию с белочкой. Мы все-таки вот словили белочку, дошли до белочки. Поняли, что надо делать, и дальше смотрели лесных путешественников.
а самые голодные кушали миска лапша. Но скоро, понимаешь... О, гнездо! Нет, это ветки. Блин. Жалко. Да. Понимаешь, скоро будет тот период времени, когда наконец я всем что-то хочу видеть на солнце. Да. Мне кажется, завтра будет очень хороший день. Чисто прийти и уйти. Погодите, у нас сейчас... Блин, что не будет, сейчас вода с Мишей плескалась. Я уйду ее. Пожалуйста. Да ё. После пар с друзьями частенько ходим по кафешкам. Заходим, даже если есть свободных полчасика. Посидеть, поболтать, обсудить тревоги и попить напиток богов для тревожности и паничек очень важно для кукухи, чтобы она не улетела. Даже такой минимальный отдых вносит свой вклад. Много кофе пить вредно, но вкусно. Вкусно. По вкусу вкусно, не то чтобы по сути вкусно. Это что такое? Чё молчу? А сейчас мне хочется позаниматься чем-то, к чему лежит душа. Вообще, я бы так дальше сидела и доделала бы марионетку. У меня там все хорошо понимается, осталось прорисовка. Прорисовка — самый тяжелый этап. Он остался у меня наконец. Надеюсь, не семестр. А сейчас я, наверное, хочу на заднем плане посмотреть дядюшку Ау и порисовать мультик на щепе отсек. Лягушек. Все, работаем. Еще хотела сделать маникюр на второй руке. На все про все мне часа полтора. Дома. Казалось бы, куда еще рисовать? Но рисовать для себя по вечерам после учебы — это глоток свободы, когда ты можешь поделать все, что хочешь. С лягушками просто песня. Я сама себе тут и сценарист, и режиссер, и художник. Однако в такой организации есть проблема с ключами и прорисовкой, которая никуда не уходит. Каждый раз на прорисовке ругаюсь на дурачка, который делал черновую. А вот он сделал хрен пойми как черновую, а мне лайнить. Да, шиза догоняет постепенно, но ничего, это только начало. Сетую откровенно на французскую программу, так как при копировании кадров они шакалятся. Как будто смотришь на этот кадр через экран кнопочной Nokia. У меня был опыт анимирования в анимейте, вот там векторы, и это действительно удобно, когда вот ты себе накопировал кадры, допустим, меняешь только рот, и у тебя все выглядит замечательно, а не шикально. Ну ничего, ничего, впереди тюнбум. Среда, тамада. Как определить, можно ли носить зимний свитер? Если на асфальте есть снег, значит, можно. С каждым днем в Москве все теплее, дороги чище, а солнце ярче. У меня на фоне погоды хорошее настроение стало появляться чуть ли не постоянно. Дышится даже легче. Посмотрели на парах смешариков, да домой. В общем, и целом, я сегодня пришла после колледжа, немножко поиграла в Genshin, буквально зашла, крутанула, и потом меня вырубило на 2.5 часа. Ужас. Чувствую себя, как будто в каком-то новом измерении нахожусь. Я не понимаю, какой нынче год за окном. Сейчас буду рисовать для щепи отсек лягушек, а потом... А потом уж спать пора. На этом все, собственно. Алиса, расскажи анекдот. Бабушка, а почему у тебя такие большие глаза? Это чтобы лучше тебя видеть. А почему у тебя такие большие уши? Чтобы лучше тебя слышать. А почему у тебя такой большой нос? Внучок, отстань. Мы же слоны, в конце концов. Угу. Откуда у меня столько сил что-то делать, я не знаю. Стараюсь спать хорошо и не делать дела вообще, если внутри срабатывает стоп-сигнал. Карьера и прочие шушеры важны, но, как выражался Шелдон Купер, зачем это все, если ты dead man? Что-то мне немножко страшно. Будет ли читаться эта музыка ютубом, поэтому, Алис, выключи. Алиса, выключи. Спасибо. Сижу я, значит, слушаю музыку, рисую для фестиваля еще 5 сек. Происходит все, конечно, очень медленно, но не в этом суть. У меня в голове родилась идея на фоне того, что сейчас я организовываю мемный альманах. Мы там будем рисовать русские мемы на основе мультиков. То есть я буду рисовать «Ты предал нашу философскую жизнь ради баб» с героями из «Острова сокровищ». Все, ну, понятное дело, что это будет стилизация, что, может быть, там только намек будет на персонажей. Но сам факт — вот такая движуха. И я помню, что... Я вот сейчас не вспомню имя режиссера, который тоже любит собирать альманахи. У него был один из альманахов — это «Поезд». Под очень смешную, забавную музыку, и у каждого был свой кусочек, это все было зациклено, это было, правда, очень забавно. Потом я вспомнила...
Fire Granny, песенка про колобка, которая была показана впервые на Бессоннице. Там глупая песенка. Очень глупая песенка, очень прикольная, не самая сложная анимация. И черт, музыка это охрененно. Почему бы, вот я сейчас задумалась о том, почему бы не написать какую-нибудь глупую песенку и не сделать под нее коллаб или свой маленький мультик. Короче, это отвратительно. Вот помимо того, что я делаю мультики, я смотрю мультики, я думаю о мультиках, я изучаю мультики. В целом я счастлива. Да, это коротко о том, откуда столько силы, откуда столько мотивации. Я просто нашла свою сферу, и мне здесь настолько нравится, что меня даже не надо заставлять. Я это делаю в первую очередь по приколу, потому что мне это нравится. Мне очень нравится самовыражаться через мультики, через эти маленькие истории. Вот только-только мы начали рассказывать истории через короткие аниматики, и я понимаю, что это навык. Вот если ты очень долгое время не рассказывал истории картинками, только в голове там себе что-то представлял, когда дело доходит до работы, ты такой, а чун? А не чун? Работать надо было в этой сфере, чтобы что-то получалось. Первые аниматики у меня были настолько сраные, что я их даже не стала скидывать препода. Потом взяла себя в руки, расписала, сделала по плану, что без ничего что-то не родится, и для того, чтобы сделать аниматик, нужно идею хотя бы прописать. Так, вот эта вот линия меня смущает. Сейчас я ее перемещу. Сейчас буду дальше продолжать рисовать лягушек. Наверное, либо музыку слушать, либо что-нибудь себе на задний план включу. Я постепенно созреваю, чтобы посмотреть этот Хаспид, хотя я не хочу как-то его что-то сейчас смотреть, настроение не то. Мне хочется Аватара пересмотреть. Я обожаю Аватара. Мне он в детстве очень сильно нравился, и мне очень нравилась позиция его, что он максимальный пацифист. Я считаю, это важно. А еще мне очень нравилась Катара. Да, в детстве я ее кинила, теперь я киню Аанга. Времена меняются, персонажи тоже. Сейчас только 8:30, сегодня, наверное... А, я еще не рассказала, я подрабатывала асессором в разработке одной нейросети. Очень важно завтра приехать домой и не лечь спать, потому что это будет очень заманчиво, вот как сегодня. Я не жалею о том, что поспала 2 часа, потому что в таком сонном состоянии, когда носом клюешь, что ты делаешь, мне да что ты сделаешь? А потом проснулась, и все как в тумане. Четверг, все заботы я отверг. Кто прогуливает? У кого нет совести? Беспричинно из-за лени я дома не остаюсь. Мне было снова плохо. И только после того, как подействовали таблетки, я села за рисование мультиков. В планах на ближайшие недели после Сустеля сходить на день открытых дверей в ВУЗ, разузнать про вступительные и про условия учебы. Мне нужна вышка, но только в сфере анимации, которая мне нравится. Я не хочу себя насиловать дизайном, честно. Интересное открытие случилось в моей жизни, когда мне уж стукнуло за 20 лет, это прислушиваться к своим истинным желаниям, а не навязанным. Да, дизайнеры получают много денег, но и чё? Для меня такая мотивация не приоритетная. Я не хочу зарабатывать много денег, тратить 90% жизни на работу, от которой волосы на голове выпадают, хочется плакать. Это абсолютно не мой сценарий. Я люблю сферу кино. Мне в ней интересно. И я планирую, я уже сижу в ней, как счастливая лягушка в болоте, среди других таких же счастливых лягушек. А вуз, во-первых, находится неподалеку от нынешнего места учебы. Райончик я знаю. Важно будет узнать, как проходят пары, что они вообще изучают, есть ли качественные дипломы. Потому что в этом вузе преподают преподаватели, которых я знаю лично, и они настолько крутые, что только ради них хочется туда идти. За день я сделала все, что хотела. Сейчас буду отдыхать, может быть, в Stardew Valley поиграю, может быть, порисую что-нибудь для себя, пока еще не определилась. Быстрее хочется, чтобы вот это отвратное состояние прошло, потому что за окном весна, пора гулять, пора ходить везде, а не сидеть и болеть. Пятница, пьяница. Чё говоришь? Чё говоришь? Чё говоришь? Чё говоришь? Чё говоришь? Мы порисовали там, сям, посидели, порепетировали. Все, день прошел, завтра суббота. Есть силы что-нибудь поделать, еще что-нибудь порисовать. Вот, сегодня получила по жопе из-за того, что на наброски не хожу, а я и не собиралась.
А вот если, ну, не складывается, что ж теперь из себя выжимать? Я очень жду, когда у Семины начнутся, потому что они по воскресеньям. В воскресенье у меня действительно есть возможность встать, отоспаться и пойти на наброски. А вторник утром рано встать, доехать в колледж, отработать пары по анимациям. А на анимации я стараюсь впахивать, потому что это анимация. И после этого еще ехать на 3 часа в свой мультфильм. Не судьба. Сейчас будем набросничать. Найду себе вот эти вот видосы с таймерами и буду практиковаться. Вот, потому что лучше такая практика, нежели ее полное отсутствие. Любимые песни. В общем и целом, я довольно плохо рисую мягкими карандашами, особенно такие как 4B, потому что для меня они довольно жирные. Но, мне кажется, это только повод именно учиться рисовать еще лучше. Погнали! А еще вот эту анимационную школу мы проходили по истории мультипликации, то есть она уже оставила свой след, поэтому, да, стоит присмотреться, прислушаться. Мест, где учиться анимации, не так уж и много, и их действительно стоит изучать. В набросках я все еще лох, но хотя бы начинаю прощупывать, в какую сторону хочу двигаться. А именно хочу утрировать и гиперболизировать движение так, чтобы все кости оставались на своих местах. Таким приемом славятся французские аниматоры. Настоятельно рекомендую посмотреть вам мультик «Старая дама и голуби». Персонажи мультяшные, но мышцы и косточки все на местах. Еще частенько французы рисуют победные танцы, чтобы блеснуть прекрасным владением анатомии. Агрессивно тащусь и хочу так же. Суббота без работы. В субботу мы отправились в Чикарико. Буду краткой. Мне не понравилось. Я не фанатка корейской культуры. Гей-попе я себя не нашла. Однако вот джей-поп люблю. Если откинуть специфику этой кафешки, то мне не понравилось само помещение. Оно очень маленькое. Потолки низкие, народа много. Столы шатаются, музыка громкая. А я люблю кафешки, ресторанчики с более интимной, приглушенной атмосферой. Она как-то более к себе располагает, что ли. Ну, а мы, художники, принялись рисовать и передавать скетчбук по кругу. Веселый интерактивчик. Осторожно, она купила себе замечательную папку с аниме. Мина мне сказала, что тут написано то ли аниме, то ли манга. По-моему, то ли тут аниме, то ли тут манга, в общем, эти два слова. Тут я буду носить свои журналы и ведомости. Вот. Надо будет переложить, а в это обратный документ сложить. Я себе взяла на пробу вот такую вот синтетику. Она мне обошлась в 100 рублей. Синтетика очень быстро все расходит. Она, кстати, довольно мягонькая. Мне как раз нужно будет дорисовать натюрморт темперой. 2 даже. Вот. И хайлайтер. Вот. Сейчас вот этот сорочильник, вот этот уголочек надо разобрать. Мне некомфортно в нем ориентироваться. Там половина работ лежит. Половину можно выкинуть. Поэтому, да, и мне не очень неудобно, в принципе, добираться до этого всего. Вечером села делать домашку по живописи. У меня остались листы от Ван Гога, по-моему. Хорошие, они мне очень нравятся, как на них ложатся акварели. Я решила поделать этюды на комплементарные цвета именно акварелью. Задание давнишнее, практически с начала семестра. Нашла пару фоток в интернете и сидела, делала полустадики, полукопии. Давно не трогала этот материал, и мне, если честно, понравилось, потому что с годами пришло понимание плотности полутонов и растяжек. Когда 18 лет я только начинала, для меня это было тыканьем в небо. Попал, не попал, а сейчас уже есть осознание и понимание. Воскресенье. Воскресенье — день веселья. Не откладывай на завтра то, что можно сделать послезавтра. Этот день вообще проскипался, как... Вот как на ускорении в Симсе. Сидела, рисовала, потом стемнело, потом, ну, все. Закончить неделю... Закончить эту неделю хочу цитатой. Делай как надо, как не надо, не делай. Всем пока.